тебя ждать или не ждать? Я забыл снять зеркало! Короче, получается здесь 15 минут стоит 500 рублей. Дали две карточки, то есть я взял на две сессии. При выезде на трек отдаю карточку и выезжаю на трек. И все. И все. Тебя ждать или не ждать? Где? При выезде. Не знаю. Или ты при выкате. Такой. И выкатился. Посмотрим. А он еще, видишь... Да, он с разными высотами немножко. Да. Страшно. Ничего, привыкну. Ну не за 15 минут. Я за 15 минут умру там. Капец наваливает. Слушай, мой тебе не помешает, мой? Да нет, наверное. Что-то страшно? Очень стрёмно. Там народ уже весь прогревается, лютые какие-то. Зачем я вообще приехал сюда? Кто не знает? Где мой ключ от мотоцикла? Страшно. Мы не знаем, что это такое. Великолепный план, Уолтер.
ума сошел. Абсолютно. Нормально влетело. Финиш! У меня сушняк, как будто я нормально так прибухнул вчера. Я запарился. Надо было снять кофту, забыл снять зеркала, короче. А я и смотрю. А мне сказали,
старт через 3 минуты. Я быстро все вытаскиваю. Фу, нормально, смотри, поплавила середина. А это выпухнет. Ну, нет, он поплавилась. Как будто уступаете, давайте всегда внутреннюю траекторию. Всегда оставлять внутреннюю? Да. Понял. Давай. То есть нужно... А я так и делал, я вне сфер ходил. Ты втираешь мне какую-то дичь. Фу. На черном мостике. Че? На черном мостике чувак убрался. Да? Сильно? Там мимо нас. А тут... Блин, тут такое... Так как-то я в этом повороте, вот здесь, когда еду, чиркаю под этим ботинком и вырубаю следующую передачу выше. Ботинком чиркаю, как бы. А ты здесь все время в осечку уходишь, ты передачу. Ну, не все время, да. Иногда мне там вылетает передача за счет из-за этих штуки. Я обратил внимание. Ну круто, мне понравилось. Нужно передохнуть только теперь. Серега, здорово. Привет. Макс, Леня. Че, добрался? Но я доехал, у меня типа только вторая передача теперь. Блин. Я не знаю, какая там редукция, ты на первой ездишь там? У меня большая звезда, я тут в первой... Ну, на первой нет, наверное. Все время на второй должно быть. Вторая, третья, нет. Я вторая, вот думаю, третья. Может быть, на одной второй мне хватит? Ты думаешь? Там сложно будет, там шпильки есть же такие. Ну, попробовать можно, как бы, тут... Как бы по фану. Ну, опять же, по проскальзывающим моментам, это не вариант, можно жить.